Его встречают почти так же торжественно, как в далеком 45-м году. Поезд Победы прибыл на Алтай. Для воинского эшелона Барнаул уже 24-й город по счету. Еще 25 апреля состав двинулся из Москвы с Киевского вокзала. Почти за полтора месяца поезду предстоит проехать всю страну с остановками в 51 городе. Сегодня остановка в Барнауле. На железнодорожном вокзале ажиотаж. Отдать дань уважения и то, что молодое поколение у нас сейчас. Чудо, посмотришь, ребята, что встретили, курсанты. В общем, молодцы. Я горжусь своим городом, который получил трудовую славу. Атмосфера праздничная, не прийти нельзя. В 40-х годах из вашей семьи кто-то уезжал также на поезд? Да, да. И дяди, и тети. Отец был железнодорожником по доставке составов, как бы резервный. Вот. А так поучаствовали все. Поезд «Победа» состоит из 17 тематических вагонов. Здесь и интерактивные выставки с оживающими фотографиями, документами периода Великой Отечественной, и образцы новейшей техники, и даже вот такие военные трофеи, захваченные у боевиков в Сирии. Кстати, ранее остановки поезда «Победы» в городах длились около 2 часов, но потом их увеличили до 4. Жители городов просто не отпускали воинский эшелон. Не каждый из нас был в таких далеких местах. Например, кто-то житель Самары или Оренбургской области, он здесь первый раз. Говорит, это невозможно, едем, они леса и поля, сутки леса и поля. И все эти регионы, где мы проезжаем, мы потом проводим информированно с реальными картинками. Вот жители вот так выглядят, вот не такие же, как мы, такие же радушные. Наша огромная сплоченная страна. Уже завтра поезд «Победы» приедет в Новокузнецк, далее в Абакан, Братск. Конечная точка маршрута – Владивосток. А в Москву железнодорожный состав вернется в конце июня. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.